Это приятный необычный мандем с начинкой в виде миндального целого ореха. Так все стандартно, блестящая красочная поверхность. И потом глазурь белая, далее шоколадный слой и сам целый орех. Вкус без приторности, но солености, как в другой версии, не имеется. Страна происхождения США, в России купить можно задорого и весьма редко. По структуре они достаточно твердые, но зуб не сломаешь, то есть их можно легко рассасывать, либо разгрызать. Шкурка на орехе сохранена, что меня несколько удивило. В принципе, это нормальное явление для подобных сладостей. Приторности нету, что порадовало. Могу советовать брать как оригинальный подарок всем любителям данного лакомства и весьма рекомендую. Состав, ну, скажем так, не совсем полезный, но вполне адекватный. Описание будет на двух языках. Спасибо вам всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк.